Приветствую вас, Денис. Знаете, после прочтения вашего текста у меня осталось очень двойственное впечатление. С одной стороны, я могу понять, что вы хотите вернуть человека, я могу понять, что вы хотите ее как-то вернуть, что вы хотите как-то, восстановить свои отношения с ней. Вот, я могу это понять, с одной стороны. Но, с другой стороны, я не могу понять, где хоть что-то, что показывало бы, что вы изменились на самом деле, что того, что было между вами, больше не будет. Вот где эти моменты? Вот я не увидел ничего такого, что как-то демонстрировало бы, что вы действительно изменили, что вы действительно стали менее вспыльчивым, что вы действительно как-то вот работали над причинами всех тех косяков, которые у вас были, как вы говорите. Потому что зачастую желание вернуть девушку, не только девушку, желание вернуть человека, оно, это желание, является, собственно, следствием того, что вы не изменились. Оно является следствием того, что человек не изменился. Оно является следствием того, что человек остался тем же самым. Я вас сейчас не обвиняю ни в коем случае, но хочу сказать, что мне не очень понятно, что именно вы сделали для того, чтобы измениться. Вот. И для чего вам ее возвращать? Зачем вам ее возвращать? А если, например, у нее нет, у нее нет к вам чувств, вот зачем ее возвращать в таком случае? Для чего ее возвращать? Чтобы что ее возвращать? Понимаете? То есть, есть такое ощущение, что вы все это делаете для себя, есть такое ощущение, что вы делаете это, потому что она вам нужна, но вопрос в том заключается, для чего она вам нужна, вопрос заключается в том, почему вы в ней нуждаетесь, допустим, вот. И вот это уже на самом деле куда более важная история, чем то, что вы предлагаете обсудить нам. То есть вы предлагаете обсудить, как ее вернуть, а я предлагаю обсудить, как действительно исправить вот то, те причины, по которым вы, собственно, расстались с ней. Вот я думаю, что в этом направлении вам нужно работать, потому что есть ощущение такое, что
все это дело, вот все, что вы делаете, это довольно, ну, на показ. То есть вот есть такое ощущение, что, что вот на показ вы все это делаете, что на показ вы демонстрируете свои эмоции, на показ вы демонстрируете, что у вас там все хорошо, что на показ вы демонстрируете свои впечатления и прочее. Искренности, девушка, скорее всего, просто не чувствует от вас. Она просто не чувствует от вас искренности. И именно поэтому, вероятно, так себя с вами ведет, чувствует, что вы напряжены. Вот. Ну и, кроме того, никто не отрицал, никто не отменял того факта, что у нее действительно могли пропасть к вам чувства, и она действительно могла понять, что ей с вами дальше не по пути. Вот. То есть это вот уже вопрос к вам. Это уже вопрос к вам. Готовы ли вы как-то вот признать тот факт, что вы, ну, что вы больше можете и не быть с ней вообще. Вот. Такая вот история, такой момент. Я думаю, что да, вот повторение того же самого деструктивного сценария проявляется в том, что вы написали ей сестре, чтобы узнать, что, как вы говорите, у нее в голове. Вот, это тоже деструктивная история. Вот. Понимаете, какая штука. Поэтому я не уверен в том, что это изменилось. Я не уверен в том, что вы изменили. Вот. А значит, ну, нужно как-то вот поработать в этом направлении, чтобы вы, ну, чтобы вы не тяготели к ней, и чтобы вы не повторяли свои ошибки, которые делали. Что касается того, как девушку вернуть, вот, то я думаю, что вы сможете ее вернуть, если будете, если сначала отпустите ее, если для начала отступите от нее, вот, а уже потом спокойно будете
делиться с ней какими-то вещами, какими-то моментами, вот, которые для вас имеют какое-то значение. Действительно имеют какое-то значение. Не просто вот так, да, именно вот действительно имеет какое-то значение. И когда она почувствует, да, да, что с вами безопасно, она раскроется. Вот. Она раскроется. И либо она раскроется в позитивном ключе, то есть, ну, там, как-то вот к вам, вот, либо просто продемонстрировать, что ее чувств, ну, что у нее нет больше к вам чувств, и это нужно признать вам. Вот, вы правильно сделали, что извинились перед ней, вы правильно сделали, что, значит, просили у меня прощения, вот, это вы молодец, вот, сами того, сами не отдавая себе отчет, вы поступили очень правильно, вот, но дальше нужно, чтобы ситуация развивалась, ну, более, скажем так, естественно, более естественным образом, более естественным путем. Вот. Примерно так я бы вам ответил на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Я понимаю, что это, скорее всего, совсем не то, что вы хотели бы услышать. Это совсем не то, что вам, ну, что вам действительно хотелось бы слышать от, допустим, от специалистов. Я понимаю, что вам хотелось бы чего-то другого, но, тем не менее, ситуация вот такая, и на данный момент изменить ее не получится. Вот, потому что у девочки тоже есть какие-то свои ощущения, у девочки тоже есть какие-то свои переживания, да? Вот. И ее чувства, я думаю, ее чувства нужно уважать. Вот. Как минимум. Как минимум. Ее чувства нужно уважать. Вот. На этом все. Я вам желаю удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Если понадобится помощь, обращайтесь, буду рад помочь. Вот, всего вам самого доброго и удачи.